First of all, I want to say Salam Alaikum Tajikistan. The situation is fantastic. The players play very, very good. I cannot say that there is one player who is falling down. Every player is on a very high level, and it is very, very good what the boys have done in the last days. Прежде всего, Салам Алейкум Таджикистан. Я хочу сказать, что за эти 11 дней ребята проделали хорошую работу. Я очень доволен тем, как они работают. И я в то же время не могу сказать, что кто-то из этих ребят выпадает. Все очень хорошо работают, все трудятся. Поэтому на очень высоком уровне. But I also want to make a compliment on the coaches, on Alif Bek here, Vlado, Taso, Gela, Alisher, also on all the staff, everybody of the Masters, fantastic. Everybody worked very, very good. And it is like a teamwork. It is one word, one thing go together. И в то же время хочу еще раз подчеркнуть и похвалить также тренерский штаб, всех вышеперечисленных тренеров, также команду медицинскую, то есть массажистов. Это командная работа, и без этого никуда, так скажем. We are all together like a family. Now 11 days like a family, and they work very hard. And we need this work for this Asia Cup. И сейчас вот 11 дней мы здесь находимся, и мы все как одна семья, потому что без этой работы, без командной работы, без того, чтобы быть одной семьей, никак не получится. Это нам поможет в нашей подготовке к Кубку Азии. The biggest problem in the beginning was that some players coming here from the Liga, some players was playing in the Liga, some players coming from outside. Now we must bring them all together on the same level. Самая большая проблема была в самом начале, когда все игроки подключались, приезжали. Все были, скажем, на разном уровне подготовки. Игроки из Лиги, игроки из зарубежных клубов. И вот потихоньку мы выравниваем ситуацию, и перед нами стоит задача, скажем так, чтобы всех подготовить на должном уровне, чтобы все подошли на одном уровне. I also must say that thank you to the Federation who make these opportunities for us possible, because this is also not usual that we have a very good hotel, very good ground, everything. Rahmat to Mehroy, to everybody in the Federation, and how they make it, everything. Burkhard, sure. All the team manager, Bobo John, everybody here, Behrus work fantastic. Everybody, thank you very much, and for these opportunities, what we get from Federation, also from Mr. Alisher, Mr. Nilshad, Urshad, sure. И, конечно же, хотел бы выразить огромную благодарность Федерации футбола, которая поспособствовала и сделала возможным создать для нас такие условия фантастические, очень хороший отель, очень хорошее поле тренировочное, где мы готовимся. Хотел бы выразить свою благодарность как Мехроджу, так и Фурхату, так и господину Хуршеду Мирзо, Дильшоду Джуразода, Бегрузу, который проделывает здесь огромную работу. В общем, всей федерации огромная Бобо благодарность. Бобо Джон, Алишер, президент Алишер, also, and then и господину Алишеру Урунову. I want to say again, for me as coach, this is boys the best tournament in Asia. Higher is not possible. Asia Cup. Для меня это является самым высокого уровня турниром в Азии, потому что выше этого турнира уже в Азии ничего нет. And nothing is bigger than Asia Cup, and Tajikistan is first time on this Asia Cup, and I'm proud to be with this team and these players on this Asia Cup. We will try our best. I don't can say how much success we will have, but here they worked very, very good. И я очень горд быть с этой командой на чемпионате Азии впервые, скажем, в истории этой команды. Не знаю, насколько далеко мы зайдем, но то, как ребята работают здесь, то, как они выкладываются, скажем так, настраивает на позитивный лад. And this is also a part. We must be good. We must be much better than every time before, because first time from Asia Cup is this that Tajikistan is on this Asia Cup. We must be perfect to go in the next round. Рахмат Таджикистан. И это еще одна часть того, что мы должны быть еще лучше, мы должны быть подготовлены идеально, потому что это наш первый турнир в истории. Поэтому, чтобы добиться высокого уровня, нужно продолжать работать в том же духе. Большое спасибо. Таджикистан!
Бапеш! Таджикистан! Бапеш! Таджикистан! Бапеш! Молодец!